Привет, ребята! Меня зовут Полина, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как я готовлюсь к ЕГЭ. В 2019 году я буду сдавать русский, математику профиль и информатику. Сначала еще должна была сдавать физику, но в Новый год я передумала, решила, что мне нет смысла ее сдавать, она мне не нравится, неинтересна, и поэтому... Да, я сдаю теперь только информатику. Еще были раздумья насчет других предметов, но пока что расскажу вам о тех, которые я сдаю точно, и, может быть, в конце еще немного поговорим о том, почему я ничего не сдаю больше. Итак, начнем, наверное, с математики, потому что мне кажется, что к ней готовлюсь я больше всего, хотя я не хотела, чтобы у меня был упор именно на математику, но так получается. По математике я езжу к репетитору 2 раза в неделю, там мы занимаемся по 1,5 часа, решаем абсолютно разные задания, как и тестовую часть, так и часть С с письменным ответом. И да, также репетитор задает мне домашние задания каждый день. Она скидывает мне ВКонтакте домашнее задание, я должна его выполнять, по сути, в этот же день, и скидывать ей обратно. Но я, конечно же, ничего не успеваю выполнять прямо вот так вот в день. У меня копится куча домашки, и я даже не знаю, хватит ли мне целого дня, чтобы решить все это. Вот. Также мы решаем раз в месяц у нее тесты полностью, такие типа контрольные, и она нам также скидывает еще тесты как домашнее задание. В общем, всего, что связано с репетитором, у меня очень много домашнего задания, много занимаемся, много решаем. Я думаю, что это мне пойдет только на пользу. Также, конечно же, наша школьная учительница тоже не забывает о том, что нам нужно сдавать ЕГЭ, и каждую неделю мы должны решать по одному тесту Александра Ларина. Если вы сдаете профиль математики в этом году, то должны знать, потому что, мне кажется, это довольно популярный человек, и многие 11-классники решают его тесты. Если вдруг нет, я вам оставлю ссылку. У него усложненные тесты, говорят, что на ЕГЭ они намного легче, но чтобы, видимо, лучше подготовиться, мы решаем его тесты, и он выкладывает их каждую неделю, и каждую неделю мы должны их решать и сдавать нашей учительнице. О математике вроде бы все, да, она действительно занимает очень много моего времени. А дальше я расскажу вам об информатике, потому что информатика, наверное, стоит второй в списке занимаемого времени у меня. И все равно мне кажется, что к ней я готовлюсь не так много и не так, как мне хотелось бы, потому что мне хочется тратить на нее больше времени, чем я трачу сейчас. На данный момент я хожу 1 раз в неделю к репетитору, и она тоже задает мне домашнее задание, но уже не каждый день, а вот 1 раз в неделю она мне его задала, и мне нужно сделать его в течение недели. Она мне задает 1 тест и еще там некоторые задания. По информатике также есть один крутой человек, который создает варианты ЕГЭ по информатике, и у него есть свой сайт, его зовут Константин Поляков. Если вы опять же сдаете информатику, то вам известно это имя, я надеюсь, потому что решать тесты по информатике на Решу ЕГЭ — это просто бессмысленно, по-моему. И я решаю все тесты только оттуда, с этого сайта, и опять же, мне они кажутся какими-то очень одинаковыми, и мне хочется порешать еще чего-нибудь другого, но проблема в том, что я не успеваю этого, и поэтому мне кажется, что я довольно немного уделяю времени информатике. Вот, и в итоге я решаю 1 тест в неделю, и еще, может быть, иногда успеваю еще какие-нибудь задания решать. А вам, наверное, будет интересно, готовлюсь ли я к информатике в школе. Так вот, я вам скажу, что нет. Что у нас на профиле информатики 1 час информатики в неделю и еще электив есть. И мы там, ну, просто не делаем ничего, потому что многие даже у нас в классе говорят, что мы знаем больше, чем наш учитель по информатике. И мы, в общем, готовимся все сами, кто сдает информатику в школе.
никак не готовимся. Дальше расскажу вам о русском. К репетитору по русскому я не хожу. Я хожу только в школе, это как электив, но платный электив, поэтому это можно назвать дополнительными курсами. По русскому наша учительница же наша школьная нас готовит там. Мы решаем тоже, сейчас начали во втором полугодии решать тестики, так, по чуть-чуть, ну, вот так вот, маленькими шажками, мне кажется, мы там пытаемся готовиться к русскому, и домашнего задания у нас там нет, но по русскому нам еще учительница школьная задает, на уроках домашнее задание, мы пишем сочинение, ну, может быть, одно сочинение в неделю по русскому я пишу, и, возможно, если повезет, то один тест в неделю я тоже решаю, но мне кажется, что все-таки может быть, один тест в две недели решаю, мне так кажется. Но надеюсь, что один тест в неделю все-таки у меня получается. Вот. А дома самостоятельно я тоже практически не готовлюсь к русскому. Я думаю, что надо дома решать, что-нибудь учить, потому что мне не нравится вот эта вот орфография. И с этими заданиями у меня всегда проблемы, и я вот хочу их подтянуть. Только по русскому у меня есть вот такая вот книга ЕГЭ, по которой я занимаюсь в школе. Нам учительница сказала их купить, чтобы в школе по ним заниматься. А так у меня нету книг ЕГЭшных ни по математике, ни по информатике. Опять же, потому что это все можно найти в интернете, и зачем тратить бумагу, зачем портить экологию, поэтому, да. Но думаю, что есть, конечно, полезные книги, и мне хотелось какую-нибудь книгу себе купить, но я, во-первых, не знаю, какую мне покупать, потому что я знаю, что есть много плохих книг о ЕГЭ, и я не хочу случайно купить такую, поэтому я уж лучше буду все искать в интернете. И да, еще обещала рассказать вам о физике. Полтора года, 10 и пол 11 класса, я собиралась сдавать физику. Я пыталась себя морально настроить это, но к середине 11 класса я так и не настроила себя на сдачу физики, и я только с каждым днем все больше не хотела ее сдавать. Поэтому вот в Новый год я решила, что физику я сдавать не буду, и буду сдавать только информатику, и еще на меня было давление от мамы, потому что она хотела, чтобы я сдавала физику, но я просто не могу ее сдавать, вот просто вообще она мне не нравится, возможно, это из-за нашего учителя школьного, может быть, нет, но, в общем, не складывается у меня с физикой, и после Нового года я перешла на базу, и это было тяжело, потому что я настраивала себя очень долгое время, и мне нужно было просто перевернуть свое сознание и понять, что все, физике мне больше не нужно думать, только информатика. И потом в этот же момент я подумала, что может быть мне стоит еще один дополнительный взять английский. Думаю, ладно, подготовлюсь за полгода, ничего страшного. Но учителя меня начали отговаривать, и, видимо, им удалось. Ну, может быть, я просто сама передумала, не знаю. Но я решила все-таки не рисковать и не собираться сдавать английский за полгода. Вот. О том, куда я хочу поступать, я пока не буду говорить, потому что пусть это останется сюрпризом, потому что я обязательно поступлю, конечно же, и вы узнаете, куда. Вот вроде бы это все, чем я хотела поделиться с вами сегодня. Если ты сдаешь ЕГЭ в этом году, то обязательно расскажи мне в комментариях о том, какие экзамены ты выбрал и как ты к ним готовишься. Может быть, у тебя есть какие-нибудь полезные ссылочки или секретики. Мне будет приятно, если вы поделитесь. И да, вроде бы это все. Спасибо за просмотр и всем пока-пока. Надеюсь, до скорых встреч. Thank you.